Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Ирина Окиева была одной из самых востребованных и талантливых исполнительниц на отечественной эстраде. Однако со временем она стала менее популярной, а потом и вовсе пропала с радаров. Не так давно о ней вспомнил Андрей Малахов в своем шоу «На второй кнопке». Дескать, окружение волнуется за артистку, у которой якобы проблемы с алкоголем. Судя по комментариям, зрителей шокировал непрезентабельный вид Атиевой. Реакция певицы последовала быстро. Ирина обвинила телевизионщиков в том, что они сняли ее скрытой камерой, и опровергла информацию о пристрастии к спиртному. Разгорелся скандал. После выхода резонансных программ и материалов об Атиевой снова наступила тишина. Журналисты решили связаться с артисткой, чтобы узнать, как она живет. В мире свирепствует коронавирус, и из-за невозможности зарабатывать некоторые знаменитости стали жаловаться на проблемы с финансами. Простые россияне вне себя от такого поведения звезд. Отева скромно отметила, что ей вполне хватает пенсии, которую она получает от государства. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!